Ребята, всем привет, вы на канале Отличник Лайв. Сегодня мы записываем новый влог по многочисленным просьбам. Сегодня уже неизвестно какой декабря, по-моему, 29 января. Мы едем помогать покупать компьютер Нине с Олегом, потому что все-таки они решили сменить уже свой компьютер, свой ноутбук на новый, на более обновленный, почти как у меня, только чуть-чуть ниже по характеристикам, но им не особо надо, мне это для игр, а им для монтажа. Я им еду помогать разбираться с компьютером, то есть едем сейчас сначала к покупателю, проверим там соответствие запчастей, то есть проверим соответствие процессора, видеокарты и всех дел, короче. Сейчас жду, пока все машины проедут, и пойду уже к своей машинке, так сказать. Я даже не доделал свои уроки, я вообще шокирован. Я какой-то балбес. Уроки не доделал и еду, короче, снимать видео для вас. Видите, как я вас люблю. Ну, в общем, уже поехали мы. Сейчас продолжим уже, как приедем к Нине с Олегом. К нам присоединились Нина с Олегом. Где лаваш-то твой? Не знаю. Нина, посмотри. Привет-привет. Да. Привет. Че, куда мы едем? Мы едем покупать. Тебе компьютер. Да, мне компьютер. Вот. А то подписчики подумают, что это еще один мне компьютер. Ну, а то я приветствие начал и это. Ну, вроде сказал, но вроде как нет. Ну, мы поехали, в общем. В общем, купили мы компьютер, взяли мы монитор, подставка вот там у меня в пакете все лежит. Ну вот, ребята, да, смотрите, в черном пакете у нас лежит монитор, а тут сам... с собой туда возьми, в салон. А тут уже само, так сказать, сердце компьютера, это у нас, как ее называют, это банка, да. В общем, состав там, видеокарта балдежная, вообще офигенная, безупречная. Банки, хмель, солод, ячмень. Короче, балдежная видеокарта, GTX 1050, процессор Intel Core i5, балдежная, безупречная, великолепная, вы рады? Покупка. Я безумно рада. Теперь ты будешь со мной в танчике играть, да? Да. Ну все. Вот так вот, да? Живет. Теперь мы будем рубиться с Левой в игрухе. Да. Угу. Хорошо живется в России, города, большие города. Я читаю рэп, словно как чебурек на улице Куйбышева. Самый крутой рэп. Ну что, ребята, мы приехали уже ближе. Мы дома. Мы уже тут, около дома Нины с Олегом. Сейчас я приду к ним домой настраивать компьютер. Все делать четенько. Все делать по маслу. Все как надо. Там, в общем, ахасло. Мой крутой... Брателло, который разбирается, да, в компах, сейчас, да, мы все сделаем. Я гипермозг, гипер-гиператака, балдеж, безупречно, приятно, вкусно. Скоро ждите обзор, короче, я хочу сделать вообще безупречное просто блюдо. Это яйцо с вареной, убрать оттуда желток и конфету Аленушка. Шоколадную. Балдеж. Вкусняш. Да. Ну вот так. Все, погнали. Адрес полит твой? Нет. Вдруг хейтеры придут, да? Да. В общем, вот такая у нас баночка. Маленькая, хорошенькая, аккуратненькая. Балдежная. Это у нас коробочка от банки, да. Аэрокул, ребята, вообще аэрокул, балдеж. Это у нас видеокарта. Asus GeForce GTX 1050 на 2 гига. Очень хорошая видеокарта. Хорошая, я хочу посмотреть. А что там чек просто? Я чек хочу посмотреть, мне интересует. Вот, это у вас лежит, это у вас, да, это чек. Чек, сколько стоит, а? Вот мне интересно. 8400! Ура! Че? Мы нашли чек от видеокарты. Чек видеокарты 8400. Значит, у нас здесь монитор Samsung, клавиатура Genius, блок питания и все. Сейчас и Альма. Будем... И Альма, да. Альма бесплатно. Как без Альмы это, да? Да. Как без Альмы. Сейчас мы все это будем подключать. Сейчас соберем все и вам покажем. А что, клавиатурка такая? Ну что, ребята, первый запуск компьютера, все провода мы подключили, потом, конечно, мы их немножечко это скорректируем, это пока так. Вот, запуск идет Windows 10. Сейчас все будет, жара идет. Вот. И надо еще мышку сюда. Мышку. Вот. Здесь вот вообще четко все сейчас должно быть.
еще вот юзер, добро пожаловать. Ну все, у нас все запустилось, ребят, как видите. Тут также есть игры для игры. Skyforge, Ведьмак, Watch Dogs. И проверка видеокарты. Сейчас я вам покажу, что буду устанавливать, и уже рассказать. Перейдем куда-нибудь. Папа с Олегом вешают люстру. К мини с Олегом в зал. В спальню, да. Вот спальню. Вот, да? Вот, да, вот он. Не прошло и полгода. Да. Первый тест игры мной Watch Dogs 2. Ну, пока с такой клавиатурой не очень хорошо, конечно, играете с мышкой. Но там, в принципе, гладкая картинка на ультрах, это очень даже хорошо. Ребята, сейчас случилось то, что мы не ожидали. В общем, у нас не работает Wi-Fi на Windows 10. Эта система не поддерживает Wi-Fi, но у меня она поддерживает. В итоге надо съездить за Wi-Fi коннектором, это маленький адаптер. Мы его будем всовывать саму непосредственно банку, чтобы Wi-Fi работал. Но мы пока играем в Watch Dogs 2. Игра балдежная, безупречная. Приятная. Лёва тестит мой комп. Мы уже переместились в коридор, потому что провод от интернета у меня до комнаты, оказывается, не дотягивается. Балдёж. Класс? Да. Играть можно. Сейчас я этого добавлю распылителя. Распылителя. Распылишь его. Раз. Распылитель. Точка. Добавил. Да? Сейчас я подумаю, что распылитель это ты. Он меня добавит? Не знаю, мне кажется, может добавит. Мне кажется, он сейчас сидит и играет, да? Да. Это Лёва говорит про чувака, который нам компьютер собирал. Распылитель, знаешь, Карлос, распылитель. Что ты ему рекламу делаешь, ты понимаешь, сейчас к нему в клан там добавится? Да, у него нет клана, мне кажется, он какой-то бич. Таким он YouTube смотрит. В общем, вот. Тут играть, конечно, неудобно, надо купить Нине. Я, наверное, сделаю подарок на Новый год. На какой? На 2020-й? Да. Скоро 8 марта, 14 февраля, 8 марта. Ладно, он меня потом добавит когда-нибудь. Ну. Потом когда-нибудь. Ну, давай тестить будем. Кого? Warface мы не будем. Мы пойдем в более настоящие игры. Давай. Пойдем в балдежные игры. Балдеж. Балдеж. Ой, балдеж. Ой, сейчас выйдем из аккаунта. Сейчас будем тестить FPS в игре Watch Dogs 2. Потестим, что там будет. Олег же со мной в гостях. Ну что, ты доволен покупкой-то компьютера? Да. Комбустера, компуктера. Что, колонки подключим или сейчас? Колонки, ну можно, в принципе, для звука. Давайте. Попробовать, да? Да, подключим. Хорошо. Ну что, ребят, все, компьютер Нины с Олегом мы затестили. Все у них хорошо работает, слава богу. Выдает нормальные настройки, FPS. Вот так. Да, мы его переставим потом в спальню. Нужно этот решить вопрос с Wi-Fi. И смотрите. Вам адаптер надо, короче. Да, адаптер построить. Смотрите, какой модный Олег дома ходит. Шорты с лягушками нас кидал до пяток, до этих, до коленок. Это просто топ. Это. Морячок. Да. Динь-динь-динь. Куда я попал? Какие-то свингеры. Ты попал в семью Ши. Ну что, Левчик, все, собрался? Да, все, пока уезжаю домой жить. Все, города, домой поехали? Большие города жить. Ну все, давай, да. Спасибо. Держи 5. Давай, краба! Е-е-е-е. Подписывайтесь на канал Нина Ши и Олег Ши. Да. Ссылка в описании, ясно? Ссылка в описании на наши каналы, да. Альма, смотрите, Альма, что? Альма, Альма. Что плохо лежит. Все, пока. Все, пока. Мы уже приехали домой. Вот такой вот получился влог, в общем-то. Ничего такого существенного-то и не было. Просто съездили, купили компьютер Нине с Олегом. То есть они себе купили. Вот. Такой вот влог получился. Если вам понравился, поставьте лайки, подпишитесь на канал. С вами был я, Отличник Лайв. До новых встреч. Всем пока, ребята. Йо-йо-йо-йо-йо.